Меня зовут Алина, и, как уже Кирилл сказал, сегодня я расскажу о своих экспедициях в Арктике. Началось все, когда мне было лет 14-15, я впервые оказалась в Карелии. Ну, несколько дней я там была, особо не понимала, что происходит. То есть, ну, вроде как лес, озеро, все красиво, но что-то непонятное. И потом произошел какой-то переворот сознания, и с тех пор я поняла, что север меня интересует очень-очень сильно. Я объездила Карелию, была на Соловках, в Мурманской области, вплоть до острова Кильдин, который очень мало посещается людьми. И в это время я уже училась в университете, возникло понимание того, что север для меня гораздо больше, чем просто провести отпуск, сходить в походик, вернуться и забыть на год. Мне хотелось ездить дальше, больше, серьезнее. И как раз в этот момент один мой знакомый геолог съездил в экспедицию на Чукотку, пробыл там где-то в районе 2 месяцев, вернулся, показывал фотографии, хвастался. И я поняла, что тоже очень сильно хочу на Чукотку. Ну, естественно, желание возникло, и я стала искать возможности, как это сделать. Но я думаю, что если кто-то тут имеет какое-то отношение к северу, не раз наверняка задавали себе вопросом, как же Чукотку, и ответ один – очень сложно. То есть есть несколько вариантов. Либо можно прийти в турфирму и попытаться купить путевку. Это будет очень дорого, скорее всего, по стоимости, как одна из почек, может быть, сразу две. Либо искать какие-то способы. У меня был вариант второй. Я стала думать, как же туда попасть. Перерыла весь интернет, искала различные форумы, слушала советы разных людей и наткнулась на человека, зовут его Евгений Басов. Он организует турслеты молодежные как раз на Чукотке. Он сам там живет по ней. Ну, с ним списалась, созвонилась и договорилась с ним поехать. Хочу сразу сказать, что путешествую я не одна. У меня есть сестра. Вот все фотографии, которые я сегодня покажу, как раз-таки сделаны ею. Первый мой опыт походы на Чукотке должен был состояться на мысе Наварин. Ну, мыс Наварин – это самое ветреное место России, как это известно, найдете на карте. А на Адре, вот чуть-чуть вниз спуститься, да, там будет как раз мыс Наварин. Ну, собственно говоря, настало время экспедиции. Лететь туда очень долго на Чукотку, мы прилетели. Я выхожу из аэропорта и понимаю, что у меня второй раз в моей жизни произошел полный переворот сознания. И, то есть я выхожу из самолета, вижу баннер, там нарисован чукчонок с солнцем и надпись «Чукотка» — это земля, где рождается день. И тут я понимаю, что на Чукотке я останусь надолго. То есть выхожу из самолета, вижу чукчей, которые в шортах, потому что они же из отпуска, в куртках синтепоновых, потому что они вернулись домой, а на Чукотке холодно. Так вот меня встретил Анадырь. Мы должны были, как я уже сказала, пойти на мыс Наварин, там вот пониже на карте. Должны были мы туда отправиться морем, на Чукотке есть такое судно, сотников называется. Выходим, значит, день старта, приходим в порт, нам говорят, погоды нет, никуда не идем. Ну, разворачиваемся, идем обратно. На следующий день утром опять собираем вещи, пакуемся, приходим в порт, нам говорят, погоды нет, опять ничего не идем. Начинаем унывать, потому что как же так, время отпуска тоже не резиновое. Третий день опять то же самое, так несколько дней проходит, приходим в очередной раз в порт, нам говорят, знаете, а на 3 недели вообще все. То есть в Беринговский, на Наварин никак не попасть вообще. И мы стали думать, что же делать, и решили отправиться в район Золотогорье. Это как раз-таки Анадырский район, недалеко от Анадыря. Отправились мы в Золотогорье, походили там где-то порядка, наверное, 2 недель, сделали небольшой километраж, там около 200 километров, ну, на этом экспедиция. Когда я улетала, я не знала, вернусь ли я еще раз на Чукотку или нет, но вернулась уже на следующий год. И на этот раз экспедиция была гораздо серьезнее, мы собирались на мыс Дежнёва. То есть мыс Дежнёва, некогда там было самое восточное поселение России, сейчас оно находится чуть дальше, это поселок Наукан. Ой, извините, Уйлен. То есть вот это вот у нас Анадырь. Фотографии, поэтому давайте будем
фоном смотреть. Итак, дорога до Наукана достаточно трудная. То есть на Чукотке, в принципе, очень такие интересные пейзажи. Ты идешь, идешь, ты абсолютно ничего не видишь. Очень ровная местность, достаточно серенькая. Идти тяжело, потому что это часто бывает качкарная тундра. То есть это заполоченная местность. Маленькими растеницами, ты на них наступаешь обязательно, они в какую-нибудь сторону поворачиваются вместе с ногой, то есть там легко ногу подвернуть и сломать, учитывая, что у тебя рюкзак тяжелый. И идти очень тяжело, то есть километраж резко сокращается, сил уходит очень много, ты идешь, идешь, ничего не видишь, там сплошное болото. И попадается какой-то очень красивый объект. Ну, к сожалению, фотографии перемешались. Поэтому не могу комментировать их. Немножко все равно перемешано, но это уже не беда. Итак, как я уже говорила, идешь по абсолютно заболоченной местности, ничего интересного не видишь, и тут раз, перед тобой вырастают челюсти кита. Вот такие вот. То есть для масштаба тут люди, понятно, что это гигантское сооружение абсолютно. Они использовались для хозяйственных нужд, то есть на них сушили байдары, ремни кожаные растягивали. Ну, то есть понятное дело, что увидеть такое своими глазами в жизни очень интересно. Итак, вот этот остров на горизонте, это остров Ратманово. То есть я его видела своими глазами. То есть это был один из таких дней, когда мы шли, было безумно тяжело, мы уже не чаяли, когда же мы придем к месту ночлега, и тут раз, на горизонте остров Ратманово. И как-то, знаете, сил сразу появилось очень много, и появилось желание идти дальше, увидеть еще больше. Ну вот это еще один фрагмент кита, который использовался для хозяйственных нужд чукчами и эскимосами. Вот это, чтобы вы понимали, был конец июня. То есть тут видно, какая была прекрасная погода, идти было безумно холодно. То есть с таким сталкиваешься далеко не всегда, потому что летом обычно идешь, понятно, одетый, но тепло. Тут было очень холодно, постоянно дул просто очень сильный ветер, который, естественно, затруднял движение. В конце уже нашего пути мы должны были прийти в село Наукан. Ну, поселок Наукан – это очень древнее эскимосское поселение, которое было расформировано в 58 году, только в 58 году, из-за близости с Америкой. То есть там Америка очень рядом, мы ее видели даже. И чтобы избежать различных конфликтов, поселок пришлось расформировать. Известен он тем, что на нем стоит маяк-памятник Семену Дежневу. Ну, Семен Дежнев, я думаю, все знают, кто это такой. Было, вот мы когда пришли к этому месту, было где-то 3 часа ночи, то есть мы вышли в 8 утра и пришли вот в это место где-то в 3 часа ночи, то есть шли мы очень долго. Был туман, ничего не было видно, мы спускались вниз по очень скользким камням, и тут вот буквально перед носом у меня вырастает маяк, и на нем вот эта вот прекрасная табличка, точнее там была старая, у нас было задание от министерства местного обновить таблички. Они поэтому сейчас там висят. Вот так вот выглядит маяк. Он достаточно старый. Вроде как его сейчас подремонтировали, но тогда он был еще не ремонтирован. Так он выглядит вдалеке. Вот это вот, это останки от Яранги. Они там до сих пор остались. Там была каменная кладка, ну, дальше уже ставилась Яранга, и все это находится на склоне, то есть он достаточно крутой, и я, честно говоря, не представляю, как там жили люди. Вот опять ребра кита, челюсть, извините. То есть идет очень крутой склон к морю прямо, и прямо на нем находились Яранги. Давайте, может быть, если у кого-то возникают вопросы по ходу, можно задавать сразу. Маяк, да, маяк действующий. Но там нету никого, конечно. Так, ну, вот этот балок, это тот балок, в котором мы провели ночь, значит, не ночь, а несколько часов, потому что надо было отдохнуть, у нас еще предстоял путь назад. Балок абсолютно весь дырявый, остался тоже там с давних советских времен. Не могу сказать, за какой конкретной нуждой, но вот он там стоял.
Так, это еще Наукан у нас. После Наукана мы пошли дальше, к поселку Уилен. Уилен – это самое восточное поселение России. Если кто-то знает такого писателя, Юрия Рэтхеу, он был в советское время очень популярен, его переводили даже на разные языки, например, на немецкий. Он родился именно здесь, называл это поселок на Галичной косе, потому что он действительно находится на косе. И когда мы до туда дошли, тоже предстало очень интересное зрелище. Все чукотские поселки очень необычные, каждый из них совершенно разный. То есть ты когда приходишь туда, ты не понимаешь, что ты сможешь там увидеть, что там будет. Вот самый яркий дом здесь, желтенький, это школа. То есть, ну, видно, что центр образования очень большой. Это единственная улица у Елены. Ну, собственно говоря, чем живут местные люди. Там в основном морские зверобои живут, то есть добывают рыбу, китов и так далее, то есть морских животных. Опять школа. Как раз в это время, ну, на Чукотке, в принципе, со снабжением все очень сложно, так как она обособлена от материка. Завоз продуктов туда достаточно проблематичен, то есть либо самолетом, что очень дорого, либо на корабле. Понятно, что корабли там ходят только летом, только в определенное время, и все это достаточно сложно. Когда мы пришли, полки магазинов были вообще пустыми, ничего не было, но мы как раз застали, как приходил в поселок корабль, который привез продукты. Вот, собственно говоря, он и запечатлен. Когда мы шли обратно, мы спустились к побережью и увидели древнее эскимосское поселение Иквен. То есть все, что вы видите, это датируется примерно первое тысячелетие до нашей эры. Тут различные кости, всякие, в общем, вещи, которые использовались эскимосами в быту. Вот так вот все это выглядит. Археологи там уже поработали, забрали все важное, интересное, что им было нужно, и сейчас, так как это вечная мерзлота, каждый год морем потихонечку-потихонечку все это дело размывается, и через какое-то время Иквен уйдет полностью в море, его уже не останется. Ну, мне повезло, я его видела, когда он еще был. Это поселок Лаврентия, это районный центр этого района Чукотки. То есть, ну, такие вот дома там с баннерами цветные. Еще один очень такой важный для истории российской памятник. Я думаю, что историю челюскинцев знают все. И вот как раз-таки часть челюскинцев эвакуировали в поселок Святого Лаврентия. Точнее, раньше был Святого Лаврентия, потом в советское время слово «святого» убрали, поэтому сейчас он просто называется поселок Лаврентия. На следующий год мы опять вернулись на Чукотку. На этот раз нам предстояло две экспедиции. Первая в поселок Иультин, это самый заброшенный поселок Чукотки, и вторая в Провидение. Ну, Провиденский район, бухта Провидения, думаю, тоже все знают, что это такое. Итак, каждый район Чукотки не похож на другой. То есть можно подумать, там, зачем ехать каждый год на Чукотку, что там можно увидеть, одного раза достаточно. На самом деле ничего подобного. Чем больше изучаешь этот район, этот регион, тем больше понимаешь, что... тем больше перед тобой открывается. Ну, в том числе, вот, например, вот такие пейзажи. Это уже Южная Чукотка. Мы на тримаране там проплывали. Это было, конечно, потрясающе. Это Анадырь, столица Чукотки. Один из моих любимых городов, весь очень ярко раскрашенный, очень уютный, очень чистый, и вот то место, куда действительно приятно возвращаться. Так вот он выглядит. И так, как я говорила, первая экспедиция предстояла поселок Иультин. Понятно, что путь до туда достаточно непростой. Сначала надо долететь до поселка Игвикинот, и двигаться дальше, дальше, дальше на север. Вот там стоит недалеко от поселка Гвикинот такой забавный, занятный памятник. Собственно говоря, все могут прочитать, что там написано. Дело в том, что там меняется время, да, то есть можно из одного полушария перейти в другое, и действительно нам по навигатору посмотреть, как меняются показатели координаты.
на этом месте стоит вот этот вот памятник. Но часть пути мы проделали вот на такой машине, к сожалению, недолго. Дальше пришлось садиться на лодке и дальше идти пешком. Ну, достаточно типичный чукотский пейзаж. Черные сопки, мало растительности, олени. Так что, ну, Чукотка, жители Чукотки делятся в основном на два таких лагеря. Это морзверобои, которые занимаются добычей морского зверя, и оленеводы. Ну, соответственно, это олени, хозяева их оленеводы. Ну, это памятник «Полярный круг». Построен был еще в советское время. Сейчас я не знаю, насколько он обновляется. Достаточно обшарпанный был, поэтому я думаю, что не очень часто он обновляется. Это вечер, закат на реке Амгоема. Ну, собственно говоря, экспедиционные будни. Спать приходится... Да? Ну, как я уже сказала, на Чукотке мы были с Евгением Басовым, он организует туристические слеты молодежные. А цели экспедиции у каждого на самом деле свои. Кто-то хочет просто посмотреть новое место, новый регион, кто-то является фотографом, кто-то ученым, там, например, орнитолог, ходит, птичек считает, смотрит. Ну, то есть я пишу, у меня недавно как раз книжка моя вышла. Для меня главная цель экспедиции – это увидеть новые места, соприкоснуться с историей, опять-таки, свои мечты воплотить в жизнь, и поэтому я и хожу. То есть для меня вот это является главным интересом. И когда есть какая-то мечта, все вот палатки, мокрые ноги, усталость – все это абсолютно не играет никакой роли, все это совершенно не важно. Это вот такие вот примерно пейзажи были на пути к Иультину. Ну вот вы видите тут палатку и балок. На Чукотке очень много балков. То есть это такие маленькие деревянные домики. Ну даже не то, что домики, сараи скорее, с нарами, иногда без нар. Их ставят оленеводы, ну, если они куда-то идут, там, да, там можно переночевать. То есть в принципе в балке всегда должна быть какая-то крупа, спички, что-то такое, чтобы человек, если он там уж окажется, там мало ли без еды, там без средств существования, он может там переночевать, поесть и, собственно говоря, на следующий день идти дальше. Ну, то, что происходит внутри балков, когда туда приходит группа туристов. Естественно, все сразу хотят сушить вещи, спальники. Так вот примерно это все и выглядит. Но на самом деле довольно уютно и удобно, главное. Это база геологическая, чуть-чуть подальше, если проплыть по реке Амгоема. Дальше стоит база геологическая, там несколько домов. То есть туда либо ученые приезжают, либо местные жители, у них там что-то типа дачи. То есть мы там были, можно сказать, вне сезон, там народу не было никого, можно было выбрать любой домик себе по душе и там переночевать. Вот так вот все это выглядит. Ну, нашу водную часть экспедиции мы закончили к этому моменту. Нам предстоял пеший путь к поселку Иультин. Вот это вот тоже очень интересная достопримечательность. Считается, что это самый длинный деревянный мост. Ну, на самом деле, насколько это правда, неизвестно, потому что на Чукотке говорят, что это самый длинный деревянный мост, а если вбить запрос в поисковике, то можно увидеть множество других самых длинных деревянных мостов в стране, в мире. Но, тем не менее, он уже обрушен, его давно не ремонтировали, понятное дело, сейчас он уже никому не нужен. Заброшенная техника. Но на самом деле не совсем заброшенная. Есть несколько людей, которые раньше жили в поселке Иультин, его расформировали в 90-х годах. Людям пришлось покинуть свои дома, но понятное дело, что
сердцем они прикипели к этому месту и частенько туда возвращаются. То есть мы там познакомились как раз с человеком, который периодически возвращается в Иультин, живет там в своем доме, следит, вспоминает былое. Сбор лодки. Это уже начался поселок Иультин. Раньше там занимались добычей всяких полезных ископаемых, но потом в 90-е все это дело прикрыли, потому что содержать поселок очень дорого, нерентабельно, и пришлось его, к сожалению, расформировать. Это тем более обидно, потому что там построили очень большую школу, очень современную, с бассейном, и чуть только ее построили, естественно, это событие было очень долгожданным, поселок расформировали. Но там, тем не менее, очень много чего осталось. Вот так вот все это выглядит. Ну, в каждый дом можно зайти, посмотреть. Там много чего осталось из недавнего советского прошлого. Но еще это чревато тем, что по заброшенным домам очень любят гулять медведи. То есть у нас был случай, мы заходим в подъезд, оттуда выходит медведь. Ну, было достаточно неприятно, конечно. Это завод перерабатывающий, заброшенный, естественно. Вот так вот все это выглядит. Ну, еще один опознавательный знак российской Арктики – это, конечно же, бочки. Там раньше хранилось топливо, бочки все эти остаются там, где их, собственно говоря, и кинули. Многие считают, что это очень не экологично, надо немедленно все убирать. Ну, я к таким людям не отношусь. Мне, наоборот, очень радостно почему-то видеть груду ржавого металлолома. Все время вспоминается наша недавняя еще история, когда мы действительно активно очень осваивали все эти регионы, и все это было жило, там были люди. Ну и потом, мне кажется, очень гармонирует с местным пейзажем, который достаточно аскетичен. Ну, тут можно оценить масштаб поселка, что он действительно очень большой, дома многоэтажные, каменные, то есть все было очень добросовестно сделано. Опять завод. Вид из окна. Ну, тут союз, печать. Тоже было очень радостно что-то такое там увидеть. Внутри, конечно, уже ничего нету, но еще недавно было. Стадо оленей сюда попало. Ну, вот дом культуры. Дом культуры – это, конечно, место, которое меня в поселке поразило больше всего. То есть на стенах везде идут такие типично традиционные чукотские росписи. Понятно, где-то эта роспись уже от времени отсырела, испортилась, повредилась. Где-то сохранилась и достаточно хорошо. То есть тут традиционные чукотские мотивы. Журавль пролетающий, белый медведь, ну и бабочка фантазия. Так вот все это выглядит внутри. Это заброшенная школа, как раз-таки та, которую построили. Ну вот этот вот мужчина висит на доме культуры с непонятным инструментом. И когда заходишь в Дом культуры, там же располагалась библиотека. И когда туда заходишь, на полу просто множество книг. Это книги в основном сочинения Ленина и так далее, и так далее. То есть видеть все такое, вот эту нашу действительно богатую историю, было очень удивительно, скажем так. Как будто окунаешься в детство, в прошлое.
Ну, а впоследствии, когда мы уже вернулись с Чукотки, мы поняли с сестрой, что хочется не просто ходить в экспедицию и вернуться туда, а хочется поехать надолго, хочется там поработать и что-то сделать для севера. То есть не просто как турист посмотреть и вернуться. И мы решили поехать в поселок Проведение поработать. Устроились-то на работу. Это было, кстати, очень сложно, непросто. Нас не сразу туда хотели взять. Но единственное было у них условие, мы должны были поехать только на 3 года. То есть на меньшее администрация чукотского поселка никак не соглашалась. Но мы с сестрой согласились, потому что деваться было уже некуда. И буквально в этот же день в Фейсбуке попалось объявление, что директор школы на Шпицбергене ищет учителей. Ну, мы написали, собственно говоря, ни на что абсолютно не надеясь. В этот же вечер она нам ответила. Через несколько дней она прилетела в Москву, она по делам там директриса приезжала. Мы с ней встретились, пособеседовались, и она нас взяла на работу. И условия были значительно лучше, то есть надо было ехать только на полгода. И через какое-то время нас должен был пособеседовать человек из отдела кадров компании, в которую мы ехали. Он все тянул-тянул, в это время звонили как раз с Чукотки, требовали уже ответа, когда мы будем брать билеты, когда приедем. Мы находились абсолютно в подвешенном состоянии, не знали, куда вообще податься, что же делать. Хотелось на Шпицберге, но нас туда еще не вполне взяли. И вот перед Новым годом позвонил как раз-таки начальник отдела кадров, мы к нему пришли, он нас тоже пособеседовал и взял. Ну, дальше предстоял третий этап. Нам надо было, чтобы нас взял еще генеральный директор компании, в которую мы ехали устраиваться. Он тоже очень долго тянул. С Чукотки нам уже опять звонили, 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 звонили. Тянули как могли. В итоге нас все-таки взяли на Шпицберген. То есть, если Кирилл сейчас подойдет, покажу фотографии со Шпицбергена. На Шпицберген мы приехали. Ну, для Шпицбергена это была зима, для нас это была для всех весна, это был конец марта, то есть у нас тут все, снег уже растаял, все было прекрасно, все начинало цвести потихонечку. Мы прилетели на Шпицберген, там была зима, морозы достаточно сильные, сугробы. Но эта карта, если кто не представляет себе, где находится Шпицберген, вон он наверху, достаточно рядом с Северным полюсом. Ну, сразу возникает вопрос, как туда добраться. Есть два варианта. Либо чартером, который ходит раз в 2 месяца до города Лангир. Лангир – это столица архипелага Шпицберген. Либо ехать через Осло, через Норвегию, и оттуда тоже самолетами добираться до Лангира. Других вариантов нету. Ну, я поехала в Баренцбург, соответственно, из Лангира мне надо было еще на вертолете лететь до туда. То есть там тоже есть два варианта. Либо на вертолете, либо по воде. Мы приехали зимой, поэтому вариант добраться по воде, конечно же, не существовал. Но когда мы приехали туда, мы увидели совершенно потрясающую картину: заснеженные горы, фьорды, огромные сугробы и совершенно потрясающие виды. Это структура поселка. Некогда там был коровник, сейчас коров уже нету, но коровник тем не менее остался. Север, в принципе, очень богат на встречи с разными людьми. Вот этот человек, это французский путешественник Жиль Элькем. Он прошел всю Арктику на собаках, то есть он прошел нашу российскую Арктику, начал он в Мурманске и закончил он в Уйлене на Чукотке. Прошел он с собачьей упряжкой, шел очень долго. Ну, человек действительно очень интересный. Мы с ним познакомились как раз на Шпицбергене. Он собирался на яхте достичь Северного полюса, но яхта поломалась, и он застрял в Баренцбурге на долгие месяцы. Ну, естественно, такая встреча была знаковой, очень интересной. И в какой-то момент он позвал меня покататься на собачьей упряжке. Естественно, я с радостью согласилась на это. Вот у него такие нарты, причем все это делает он своими руками. Конструкция, все вот это вот он делает сам. Собаки его. Это таймырская порода собак. Вот Жили один из немногих людей, которые занимаются сохранением этой породы.
что эту собаку, кстати, зовут Пушкин. То есть он хоть и француз, но очень любит Россию и русскую культуру. Это один из домов поселка. Собственно говоря, в этом доме я и жила. Не так давно он был отремонтирован, поэтому выглядит очень красивый, нарядный. Внутри, на самом деле, не так все радужно. То есть там есть щели в стенах, которые изолентой перемотаны и датированы. К сожалению, такое есть. Но там практически всегда тепло. Единственное, бывают какие-то аварии на ТЭЦ, и тогда отопление практически выключается. То есть когда мы приехали, в доме было где-то 10-11 градусов тепла. Мы ходили в куртках, было очень холодно, и, конечно, было неожиданно, потому что, когда мы ехали, говорили, шахтерский поселок, ничего не бойтесь, топит как не в себя, очень жарко. Мы приехали, а как-то вот не очень жарко оказалось. Это еще дома в поселке. Там есть часовня деревянная, священника нету, то есть священник приезжает из Норвегии, по-моему, раз в несколько месяцев. Ну, встретить его достаточно тяжело, но, тем не менее, часовня есть, открыта она круглосуточно, и есть несколько людей, которые за ней присматривают. То есть там свечки туда приносят и прибираются там. Еще одной неожиданностью стало одним прекрасным утром появление оленей. То есть я сидела, собиралась на работу, пила чай, в окно выглядываю, там идет олень и ведет с собой товарищей. То есть это абсолютно нормальная ситуация для Шпицбергена. Так они выглядят, так как зима, они без рогов, рога отрастают по весне. Это поморская изба, это нечто вроде музея, попасть внутрь официально нельзя, можно только через окно неофициально. Ну, просто памятник деревянному зодчеству. Рядом стоит крест, тоже как памятник поморам. Знак Баренцбург. Дальше заходить простым смертным нельзя. То есть, чтобы гулять вне пределов поселка, надо идти в администрацию поселка, писать разрешение, собирать группу. Надо обязательно, чтобы вам выдали ружье, соответственно, должно быть право на ношение оружия, иначе гулять нельзя. Ну, через какое-то время сидения в поселке становится понятно, что так жить нельзя. И все равно ищешь какие-то варианты выйти погулять. Еще поселок. Это здание бывшей столовой. И так как я говорила, что поселок шахтерский, это шахта, там, собственно говоря, добывают уголь. Выглядит очень устрашающе. Это ТЭЦ. Ну, тоже достаточно примечательный знак. Осторожно, белые медведи. Все, кто туда приезжает, сразу бежит с ним фотографироваться. На самом деле, белых медведей на Шпицбергене увидеть очень сложно. Потому что есть медвежьи тропы, где они ходят. Но вот в Баренцбурге такой тропы нету. А медведи тоже не дураки, они боятся. Там, где скопление большое людей, медведь старается туда не показываться. Поэтому полгода, проживя на Шпицбергене, медведя я белого не увидела ни разу. Почему гулять нельзя? Ну, правила безопасности, техника безопасности. То есть медведей-то никто не видит, но они же есть, и все боятся, что мало ли что. Да, как бы чего не вышло. Ну, тут видно, какие сильные ветра дуют, да, то есть по структуре снега видно, что иногда действительно, это часто бывает, ветра очень сильные. Тоже одна из собак жили. Ну вот мы когда катались с Жилем на собачьей упряжке, было действительно очень холодно. То есть был один из таких самых морозных дней. Я в какой-то момент уже перестала чувствовать руки, ноги, вообще ничего не чувствовала. Тут мы останавливаемся. Я говорю, Жиль, а в чем дело, почему мы не едем дальше? Он говорит, ну ты подожди, собакам очень жарко. То есть был, конечно, контраст. Куропатка. Мы приехали в очень интересный момент. Зима, полярная зима уже
закончилась полярная ночь, извините, и потихонечку стали прилетать птицы. То есть сначала я смотрела и на людей и не понимала, что они-то каким-то уткам радуются, вроде утка и утка. Потом я пожила там какое-то время и поняла, что когда каждый день прилетают новые птицы, действительно очень начинаешь радоваться. Ну вот это вот куропатка, самец. Закат. Это тоже снег. Вот это вот ледник. Ледник называется Альтегонда. Кажется, что он очень близко. На самом деле до него идти несколько часов. Ну, зимой, к сожалению, ледник покрыт снегом, поэтому ничего такого увидеть невозможно. Красивый голубой лед виден только если уже непосредственно туда прийти и посмотреть. Ну, типичные пейзажи Шпицбергена зимой. Опять церковь. Вот эта яхта Жиля, я уже говорила, что она поломалась. Около поселка она стояла, она основательно вмерзла, поэтому он приехал в поселок где-то в январе, а уехал он только в июле, когда смог яхту свою вытащить изо льда. Это на самом деле не водопад, это стоки СТЭЦ, которые есть, но можно сделать красивые фотографии. Вот что мне очень нравится на Шпицбергене зимой, так это пейзажи, потому что получаются очень графичные горы и всего два цвета, черный и белый. Да, хоть это и цветные фотографии, но цвета в основном два. Это фьорд. Называется он Гренфьорд, и он никогда не замерзает. То есть на истории вот люди помнят, что замерзал только один раз в 2000 каком-то году. Опять Балок. То есть для меня это уже по Чукотке знакомый достаточно предмет. Горы. Это ледовый домик, так называемый. Он не находится не в поселке, до него долго идти, он у подножия ледника Альтегонда. Это достаточно такой добротный, хороший дом, но его построили в неудачном месте, и он начал крениться, 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 и его потихонечку подмыло, поэтому сейчас он лежит вот упавший на боку. Ходят все время, каждый год ходят слухи о том, что его будут поднимать. Потом оказывается, что денег на это не выделяют, он так и продолжает лежать на боку, ну и является достопримечательностью местной. Примерно так до него идти. Птицы, как я уже говорила, как раз прилетали каждый день. Видеть их было очень приятно. Короткое видео. Thank you.
Постепенно на Шпицберген начало приходить лето. Было 9 мая, естественно, выходной, никто не работал. Мы с сестрой шли по берегу, гуляли, я смотрела по сторонам, болтала. Тут слышу какой-то очень странный звук, сестра хватает меня за руку и говорит: «Стой». Я, значит, смотрю и вижу, что вот метров 5 передо мной лежит морж, собственно говоря, такой, как этот. Ну, понятное дело, что увидеть моржа вблизи, к тому же вот так рядом, это очень здорово, его можно рассмотреть. Очень хочется потрогать, но страшно. Ну, снег тает на Шпицбергене очень долго. То есть, когда в мае, в июне все выкладывали в интернет веселые фотографии на фоне деревьев и цветов, я смотрела печально в окно и понимала, что у нас опять снегопад, и что-то как-то лето не торопится приходить абсолютно. Олень. Ну, видно, что весна, потому что рога у оленя уже немножко отросли. Вообще говорят, сколько ответвлений у рогов оленя, столько ему лет. Ну, не знаю, насколько это правда, но вероятно. Куропатка. Видно, что весна, снег уже потихонечку начинает стаивать, открывается тундра, олени начинают линять. В какой-то момент, когда очень много оленей, все они начинают линять, весь поселок покрыт шерстью. То есть ты идешь, и прям вот по дороге лежат клочья белой шерсти. Но через какое-то время мы опять увидели моржей, на этот раз их было трое. То есть там было два самца и одна самка. Ну, на самом деле, когда видишь моржа очень близко, становится достаточно страшно, потому что он сразу поднимается на ласты, начинает трясти головой с бивнями огромными, хрюкать, плеваться. Ты понимаешь, что, в общем-то, дальше идти не стоит, останавливаешься, ждешь, он видит, что угрозы больше никакой нет, и с большим облегчением опускается обратно и продолжает спать. Спят они часто вот так, бивни вонзают прямо в почву, либо в товарища, и прекрасно засыпают. Ну вот к вопросу о том, как выглядят ласты моржа. Там есть что-то типа пальцев. Тут это видно. Почесаться моржу бывает очень проблематично. Приходится идти на всякие исхищрения. Олененок маленький. С оленями тоже очень забавная ситуация. Олени очень пугливые животные. Они пугливые, в то же время любопытные. То есть ты когда идешь, они сразу шугаются и убегают. Но если ты будешь стоять на месте и не двигаться, они будут кругами вот так вот ходить вокруг тебя, постепенно ближе, 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 ближе подходить. И потом опять убегать. Ну, лед. Это поморник. То есть это хищная птица, очень большая, размах крыльев достаточно внушительный. Бывший олень. Ну, на самом деле очень много красивых рогов лежит на Шпицбергене, но, к сожалению, возить с собой их категорически нельзя, потому что там живут все по норвежски. Законам, по норвежским законам все это запрещено. Красиво же. Чисто, конечно. Ну, не знаю, претензий никаких лично у меня не было. Воздух чистый, все прекрасно.
Понятное дело, что работает ТЭЦ, это несколько загрязняет ее шахта. Ну, по весне, когда тает снег, очень грязно, но это из-за шахты, то есть на обуви постоянно с собой приносишь в помещение кучу грязи, то есть там пол в квартире приходилось мыть по несколько раз в день. И вот отчасти из-за этого традиция, когда ты заходишь в помещение, обязательно разуваешься. То есть там в школах, там есть гостиница, хостел, обязательно есть тапочки. То есть все, кто приходит, первым делом переобуваются, надевают тапочки и дальше уже идут по своим делам. Российский поселок. То есть мы арендуем там землю, наш поселок называется Беренсбург. Ну, обычно говорят во всех школьных учебниках, что в Арктике ничего нету, очень скупая местность, ничего не растет. Ну вот по Чукотке я этого сказать не могу, там достаточно много чего растет. А на Шпицбергене, конечно, да. То есть вот это цветы камнеломка, одни из очень немногих цветов, которые там были. Еще, конечно же, полярные маки. Все они очень маленькие, чтобы их хорошо рассмотреть. Аромат ощутить, приходится вставать на корточки, опускать лицо практически в тундру и смотреть. Это корабль. Летом приезжают туристы на Шпицберген, привозят их, как правило, кораблем. Ну, вот это один из тех кораблей, которые их привозили. Население в разное время года, естественно, по-разному, потому что там действует турфирма, и в сезон приезжают гиды, приезжают туристы, поэтому там порядка 350-400 человек получается. Зимой, когда никаких таких активностей там нету, где-то в районе 300. Но еще одной интересной особенностью является то, что все друг друга в поселке знают, он очень маленький, это доставляет множество, на самом деле, неприятностей. И каждый раз, когда ты идешь по улице, еще где-то абсолютно с каждым человеком здороваешься. Тут такая традиция. Ты можешь даже не знать этого человека, но обязательно здороваешься. Ну, я уже говорила об этом, можно раз в 2 месяца полететь туда чартером, но это для сотрудников Арктик Угля, то есть там компания Арктик Уголь, вот для них чартером раз в 2 месяца. Для туристов через Осло, через Норвегию. Вот ученые некоторые так именно и делают, но это вот далеко не все. Там, может быть, туристы тоже, вот, честно говоря, не подскажу. Ну, там есть поликлиника, но лучше не болеть, я думаю. Есть поликлиника, есть аптека, но нас сразу предупреждали, что если какие-то специфические лекарства, лучше с собой. Ну, если заболел, первое, идешь к врачу, если он тебе поможет, то все хорошо. Если нет, отправляют на материк. Но это уже значительно печальнее. То есть либо в Тромсе отправляют, это Норвегия, либо в Лангейр, либо, ну, в общем, стараются эвакуировать на материк. Также нельзя в поселке ни рождаться, ни умирать. Рождаться, потому что нету роддома, ну, в Баренцбурге его нету, поэтому рождаться нельзя. А умирать, потому что там нет кладбища. Да? Ну, в школе очень интересная система. Во-первых, она работает круглогодично. Вот летних каникул там нету. Дети все равно приходят учиться. В зависимости от того, сколько детей в поселке. Школа совмещена с детским садом. Вместе с детским садом, когда я там работала, было около 70 детей. То есть, ну, раз в 2 месяца чартер кого-то привозит, кого-то увозит, поэтому дети постоянно меняются. Ну, практически. Выдают, когда ты приезжаешь в поселок, выдают специальные талоны на водку и на сахар. В месяц
по-моему, килограмм сахара на человека и, кажется, 2 литра водки. Водку я не пила, поэтому мне это было абсолютно не актуально. Ну, другой алкоголь там можно купить, ну, тоже, в общем, лимитировано. Но с собой там минимальный контракт полгода, это ж сколько вести-то надо с собой? Достаточно много получается. Если иногда появляется возможность попасть в Лангьер, там есть супермаркет, и там, да, там можно купить не только алкоголь, а вообще другие продукты. Ну, вообще, это шахтерский поселок, то есть главной цель мы там добываем уголь. Но там также есть присутствие науки, они там проводят различные исследования, берут пробы воды, снега, льда, чего только не берут. Вот, ну, мы там добываем уголь. Да, норвежский поселок Лангьер, там 2000 человек, по-моему, живет. Это самый крупно населенный пункт на Шпицбергене. Там, в принципе, очень мало людей. Но там другая совершенно структура, там тоже шахты. Но если у нас в основном шахта, да, и вокруг этой шахты все и центруется, то в Лангьере там институт есть, то есть там больше учреждений различных работает. Со мной получилась очень интересная ситуация. Я поехала туда работать помощником воспитателя, потому что мне надо было попасть на север. Мне было абсолютно все равно кем. Мне сказали, приезжай помощником, потом станешь учителем английского. А так, собственно говоря, случилось. Потом из поселка уехала директриса, и я встала на ее место. То есть совершила какой-то абсолютно невероятный карьерный путь за несколько месяцев. Ну вот, как-то так. То есть я и в саду работала, и с детьми, и, в общем, со всеми. Это вот вид поселка сверху, можно подняться на гору и посмотреть. То есть вот это вот большое такое бело-синее здание, это так называемый КСК, культурно-спортивный комплекс. Значит, в Шпицбергене действует самодеятельность очень активно, всех пытаются туда завербовать, все отнекиваются, но кому-то все равно приходится. То есть на всякие праздники туда, там обязательно делают спектакли, концерты, и причем делают на достаточно высоком уровне. И вот эта вот часть, которая такая скошенная, это спортивный комплекс. То есть это тоже очень оживляло досуг, туда можно было прийти, поиграть в бадминтон, еще во что-нибудь. Раньше там был еще бассейн, но его начали ремонтировать, и я так понимаю, что ремонт на долгие-долгие годы затянулся. В основном молодежь. То есть есть некоторые старожилы, которые там живут по 20 с лишним лет, но их на самом деле очень мало. В основном приезжают на 3 года. Это связано с полярными надбавками. Полгода работаешь, получается там процент полярной надбавки. Через 2 года выходишь на 100% доплаты. И, соответственно, год это держится 100%. После 3 лет опять все начинается с нуля. То есть в основном люди приезжают на 3 года. И в основном приезжают из Донбасса. Поскольку добыча угля, технологии добычи угля одинаковые. То есть там в основном все с Украины. Так, птички. Чайка. Так, ну, может быть, еще у кого-то вопросы? Давайте по ходу так живее получается. Около 5, насколько я помню. Учителя, там один учитель ведет сразу несколько предметов и сразу в нескольких классах. То есть бывают ситуации, когда у тебя сидит, например, второй класс и пятый. То есть я так как вела английский, мне было все-таки проще, а другим учителям было сложнее. То есть приходилось одновременно вести, например, математику и чтение, или там русский язык и какую-нибудь географию. Понятное дело, что это требует навыков особых, это достаточно неудобно и сложно. Но это связано с тем, что школа малокомплектная, учителей на всех не хватает, поэтому вот так вот и происходит. Начало заселения, в смысле, когда поселок появился? Коренного населения нет. Это опять-таки связано с тем, что нельзя там не рождаться, не умирать. Поэтому туда люди приезжают на какое-то время.
Поселок, по-моему, с 30-х годов существует. Часть угля идет на отопление поселка, ну и часть вывозят на материк. Ну, я не отслеживала, честно говоря, путь угля. Нет, норвежцам у них свой есть, зачем им, они сами добудут. Нет, на материк вывозят. Да? А что там делают норвежцы? Ну, то же самое, что и мы. Живут, работают и по возможности радуются жизни. Ну, на самом деле, близость Норвегии очень сказывается, потому что приходится жить по норвежским законам, они налагают определенные, ну, может быть, не то что неудобства, но определенные правила. Там, например, очень строго следят за мусором, то есть раздельно. Мусор надо выбрасывать, прям иногда приезжают экологи, ходят, смотрят и прям следят, чтобы очень за этим всем следят, чтобы экологию не портить. А есть интернет, причем достаточно хорошо работает, но нету мобильного интернета. Вот, то есть мобильного нету. Некоторые виды телефонов не работают. Я, например, приехала, у меня был Lenovo, он не работал вообще. И еще какая-то модель телефона тоже там абсолютно не работает. А там есть айтишники, их 3 человека. Ну, наверное, сейчас тоже 3, я так думаю. Вот они занимаются обслуживанием поселка. Приезжала с радостью, уезжала, было грустно. Ресниц, прощальных слов, разных.
одну деталь. Я уже говорила. Проектный центр развития Арктики ПАРА, который предоставили мне грант, на который была опубликована моя книга. Поэтому, если тут есть представитель из проектного центра, хотелось бы попросить подойти. Представителя нет. В любом случае, хотелось один экземпляр еще подарить Русскому географическому обществу.